нежном, ажурном кардигане, в лучших традициях исполнения. Это ваш изящный, привлекательный образ, а также комфорт в носке и прохлада и защита в прохладные дни. Так вот, сегодня именно кардиган становится специальным предложением дня от бренда Полесье, кардиган «Богу мило», который мы представляем вместе с Миколой Комендровым, вашим персональным имиджмейкером. Микола, но здесь самая настоящая ажурная красота. Ажурная красота – главное предложение сегодняшнего дня от знаменитого бренда «Полесье». Бренд у нас с вами гордость Республики Беларуси и даже нашей страны, потому что, мне кажется, каждая вторая дама обладает уже изделиями от бренда «Полесье». Ажурный трикотаж, он всегда был, есть и будет традиционным для русского человека. И, безусловно, легчайшая нежная фактура обеспечивает вам конденсацию влаги в летний период. Прямой свободный крой обеспечивает универсальности посадки для всех типов фигуры, вертикальные пуговицы, накладные карманы и, конечно же, знаменитый и самый запатентованный продукт в мире – это пан. Лучшая граница между шерстью и акрилом, но его лучшая версия – натуральный, качественный и практичный. И у нас есть разные расцветки на выбор. Обратите внимание, наша дорогая Ксения выбирает вишневый цвет, я выбираю бирюзу, наша Анна выбирает розовый цвет, а Евгения выбирает льняной. Потрясающие оттенки для вашей красоты и комфорта. Также есть цвет еще и бирюза, который мы видели у Миколы в руках. Бренд «Полесье» сотрудничает с «Шоп-н-шоу» с 2019 года. За это время более 105 тысяч довольных клиентов совершили 153 тысячи заказов. Продано более 200 тысяч штук разных предложений. И более 500 человек совершили свою первую покупку на Шоп-н-шоу, выбирая именно бренд «Полесье» и кардиган «Богу мило». Именно сегодня для вас уникальная цена одна на любой размер 1499 рублей. Это 37% скидки. И размеры от 46 до 64. Микола, подскажи, а вот сложно ли выбрать размер такого кардигана? Так как у нас с вами кардиган вязаное изделие, мы можем выбирать сразу в двух категориях. Мы можем смело забрать как размер в размер, так и на размер больше. 29 сантиметров окружность проймы изделия, то есть она суммарно получается около 30. Этого достаточно для того, чтобы поместить даже объемную форму предплечья. А вот как раз-таки ажурный трикотаж обеспечит ей легкость и женственность. Поэтому выбирайте как свой размер, так и на размер больше. Кстати, когда трикотаж чуть больше вас, он смотрится еще гламурнее, еще нежнее и мягче. Слушайте, ну правда, он мягкий, он ажурный. Знаешь, что интересно? Что вот, например, когда у нас есть спортивный костюм, мы подбираем к нему ветровку, да? Если есть какой-то элегантный, да, вещь, мы думаем, а что же выбрать для себя? Так вот, сегодня кардиган уникально подойдет к любому образу. Даже Микола это подтверждает. Тем более уж кардиган от бренда «Полесье». Мягкость, ну просто невероятная. Мягкость действительно невероятная. В январе 1962 году начинает как раз-таки свою историю бренд «Полесье» в городе Пин. Почему и как раз-таки называется пинский трикотаж, который как раз-таки очень славился в России. Кстати, через несколько лет этот пинский трикотаж завоевывает именно дипломы в Европе и также вписывается в историю моды уже раз и навсегда. Безусловно, бренд «Полесье» является не только производителем уже готовых изделий, но и является, конечно, импортером для многих европейских стран этого знаменитого пана. Кстати, всеми знакомый итальянский бренд Бенеттон использует также в своем составе пан, а наш российский тульский трикотаж «Заря» также использует в составе своем пан от бренда «Полесье». Выбирайте для себя самое выгодное предложение. Это кардиган «Богу мило» от бренда «Полесье». У нас сегодня уникальная цена. Такой еще не было никогда. Кстати, вот знаешь, что интересно? Что вот мечта каждой женщины выглядеть привлекательно, изысканно. Именно поэтому сегодня особенный кардиган для вас, который впишется в любой ансамбль. Он действительно впишется в любой ансамбль, потому что каждый год неделя моды обязательно демонстрирует хоть один бренд, какие-нибудь нежные, красивые, ажурные именно кардиганы. Давайте посмотрим с вами как раз-таки. Вот смотрите, у нас с вами «Аля Рус». Это, кстати, наш тоже российский бренд. Бренд «Миссони» сделал свою карьеру на конструкциях из ажура. «Оскар де ля Рента», который одевает все ковровые дорожки в Нью-Йорке, также выбирает ажурный трикотаж в своих коллекциях. И, безусловно, «Богу мило». Кардиган, который хорошо сочетается именно с брюками, с нежными юбками, даже вот с такими интересными брюками палаццо конструкции длины кюлотов. Это может быть и элегантное платье прямого силуэта с геометрическим, цветочным, флоральным и различными другими принтами. Небесный, красивый оттенок, бирюзовый, красный, розовый, льняной, все натуральное.
Кстати, мы сегодня с вами еще также подробно разберем натуральность красителя, который здесь используется, и его безопасность для вас и ваших соседних вещей. Да, это не вещей. Просто безопасно, это приятно носить такой кардиган. Он остается популярным всегда и добавляет грации, женственности и привлекательности вашему образу. Я даже посмотрела и узнала у профессиональных вязальщиц, чтобы связать такой кардиган, нужно закупить специального материала на 3000 рублей. Еще отдельно стоит работа. Сегодня за 1499 рублей вы получаете готовое изделие. И посмотрите, какой ажур. Мне кажется, даже вручную связать это просто невозможно. Такое связать, безусловно, невозможно вручную, потому что в любом случае будут погрешности. Чем отличается ручная вязка, безусловно, от автоматизированной? Автоматизированная делает все петли 100% одинакового объема, диаметра и натяжимости, что дает возможность изделию долго сохранять свою форму, не деформироваться. А в изнаночной стороне автоматизированной техники вязки вы видите, что нет ни одной погрешности, никаких узелков, петелек или каких-то шворок. А вот что касается уже ручной работы, там могут быть ошибки. Поэтому оттуда у нас с вами кардиган и время. Все-таки автоматизированная техника вывязывает изделие несколько тысяч в минуту, а человеку придется несколько дней это вязать. Ну и, безусловно, пряжа всегда дороже. Она в среднем сама где-то, моток стоит 800 рублей. Конечно, я про что и говорю, что сегодня невероятная цена на это предложение, поэтому успевайте, у нас уже ажиотаж в колл-центре. Делают первые заказы многие, а вот Роза Львовна из города Москвы задает вопрос, как кардиган поведет себя после стирки. Вот, Микол, правда, скажи, как постирать такое изделие? Такое изделие стирать идеально, очень легко и комфортно, потому что у нас с вами здесь ощущение, как у шерсти. Но это у нас с вами не акрил. Потому что многие путают и говорят, пана, это и есть акрил. Нет. Акрил – это жутко синтетический продукт, да? Который имеет, конечно же, потрескающиеся элементы. Ну, а сейчас мы с вами демонстрируем отжатие. Как говорится, мы все в детстве отжимали вот так вот изделие. Даже еще вот так с тобой потянем сейчас данное изделие. И вот мы его выпускаем. И он остался в своем длине. То есть он не растянулся, не деформировался по форме. Поэтому после стирки он сохранит эту форму. Дозвонитесь прямо сейчас. Выбирайте для себя главный товар по суперцене от бренда Полесье.